Добрый день, дорогие друзья. Начнем об экономической ситуации в России, конкретно город Барнаул. Вот теперь смотрим внимательно. Вот это мусорка. Люди выбрасывают вещи. Вот это кресло, смотрите, оно целое. Даже, дочка, я его себе заберу. Хорошо, Кость? Да, Кость. Костя разрешила мне, солнышко. Спасибо тебе, дорогая. Вот смотрите. Все плохо живем. Вот представляете, нормальное кресло, не порванное. Вот. Берешь и на дачу везешь. Вот такое кресло стоит в России, ну, допустим, я не знаю, там, 10 тысяч, там, 20, неважно сколько. Вот оно целое. Почистил его порошком, привез на дачу, и все, и у тебя уже кресло. Вот люди выбрасывают кресло. Вот вы представляете, настолько у нас богатые люди в Барнауле, что аж кресло выбрасывают новое. Вот. А кто скажет? Вот представляете, приезжайте в гости, тебе товарищ говорит, присядьте в кресло. Кресло стоит 20 тысяч. Все плохо живем. Все плохо живем. Бать, смотри, кресло выбросили. Новое. Не, богатый. Мы-то с тобой хорошие. Я ребенка нет, чтобы не снимали. Не, на ютубе видишь, тут дети. Малыш, стой. Вот, представь, такое кресло. Ну это как? Вот так его даже чистить не надо. Ну вот смотри, чистое, нормально. Сел и сидишь на даче. А что нет-то? А вот... Да, конечно. Что, конечно. Все, говорит, плохо живем, бать. Скажи, все плохо живут.